Приветствую вас на канале «Вяжем спицами». В сегодняшнем уроке я покажу, как связать вот такую вот оригинальную повязку на голову. Вот так она выглядит. Сейчас уже не так холодно и хочется снять головные уборы, но в то же время не совсем тепло, чтобы без них ходить. И вот такая вот повязочка будет отличным решением. Она легко вяжется, оригинально смотрится и немножко вас согреет. Вот такой интересный узорчик. По краям идет платочная вязка, такая вот полоска, и в серединке вот такой вот узор из косички, и в центре косички вот такая шишечка. Вязать ее лучше всего из какой-то толстой и объемной пряжи, так она будет смотреться объемнее и красивее. Для вязания нам потребуется дополнительная спица. Ставьте класс, если нравится, и давайте приступать к вязанию. Так, вязать я буду вот из такой вот толстой ниточки. Вот такая вот пряжа у меня, остатки. Так, и набираем 19 петель. Так, набрали и вяжем первый ряд. Кромочная, 2 лицевых, то есть по краям у нас будет идти полоска из платочной вязки. Следующие 3 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых и кромочная. Так, первый ряд провязали. Поворачиваем и вяжем второй ряд. Второй ряд вяжется по рисунку, кроме вот первых двух и последних двух петель. То есть здесь мы провязываем по лицевой и по изнаночной стороне лицевыми петлями, платочной вязкой. Дальше весь ряд по рисунку. Второй ряд провязали. Третий ряд. Кромочную сняли. 2 лицевых. 3 изнаночных. 3 лицевых, 3 лицевых, и из изнаночной вывязываем еще одну изнаночную, то есть подцепляем петельку вот предыдущего ряда, одеваем ее на спицу и провязываем ее изнаночной петлей, и следующую петлю тоже провязываем изнаночной. Получилось 2 изнаночных. И дальше вяжем по рисунку. 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых и кромочная. Вяжем пятый ряд. Кромочная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых . Дальше у нас идет 2 изнаночных. Первую провязываем. И второй снова ввязываем еще одну. Также вот из петельки предыдущего ряда. Одеваем на спицу. Провязываем ее изнаночной. И еще изнаночная. У нас стало 3. По изнаночной стороне вяжем их по рисунку лицевыми петлями. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными. 3 лицевых, 3 изнаночных. И в конце платочная вязка лицевыми петлями. По лицевой и по изнаночной стороне. Провязали. Седьмой ряд.
кромочная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных и снова добавляем одну петельку, провязываем ее изнаночной и следующую тоже провязываем изнаночной. 4 петли у нас должно быть. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем 11 ряд. Кромочная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных и добавляем еще одну петлю. Провязываем ее изнаночной и следующую тоже провязываем изнаночной. То есть у нас теперь 5 петель изнаночных. И дальше до конца ряда по рисунку. Так, вяжем 13 ряд. Кромочная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 2 вяжем вот эти петли, 2 изнаночных, следующую петлю мы вывязываем, спицу вводим в самое основание, где мы начинали прибавлять петельки. Вот у нас на изнаночной стороне, вот отсюда мы начинали делать прибавление петелек. То есть вводим спицу вот именно сюда. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем вот такую вот петлю. Если неудобно спицами, можно воспользоваться крючком. Делаем накид, еще раз провязываем, вытягиваем петлю, накид, третий раз, накид, четвертую, накид и пятую. Так, и вот у нас получилось 5 петель вытянутых с накидами. Ниточку рабочую переводим вперед. Затем эти все петли деваем на левую спицу и провязываем их изнаночной петлей. Снимаем, провязали. Полученную петлю одеваем на левую спицу. Так, ниточку вот вперед перевести. Одели на левую спицу. И провязываем 2 петли вместе. То есть вот та, которая у нас получилась. И очередная петля на спице. Провязываем 2 вместе изнаночной. И снимаем. Вот такая шишечка у нас получилась. Дальше 2 изнаночных. И до конца ряда по рисунку. Провязали. Поворачиваем. 14 ряд. Это у нас будет изнаночный. Вяжем следующим образом. 2 лицевых. 3. Так, 2 лицевых. Это платочная вязка. Дальше 3 лицевых. 3 изнаночных, 5 петель, вот они у нас лицевые, их провязываем вместе, 5 петель вместе лицевой петлей.
провязали и дальше по рисунку. 3 изнаночных и 5 лицевых до конца ряда. И кромочная. Так, провязали, поворачиваем и вяжем 15 ряд. Кромочная, 2 лицевых, 3 изнаночных. Так, здесь нам потребуется дополнительная спица. Первые 4 петли, 3 лицевых и 1 изнаночная. Снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. 4 петли. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Провязали. Затем 1 петлю возвращаем на рабочую спицу. Провязываем ее изнаночной. И остальные 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Провязали. И дальше до конца ряда по рисунку. 3 изнаночных, 2 лицевых и кромочная. А дальше узор повторяется с первого ряда. И вяжется необходимая длина вот такой вот полоски. То есть примеряем по своей голове и вяжем необходимую длину. Так, ну и когда желаемая длина связана, сшиваем нашу повязочку. Так, отрезаем ниточку. Так, и начинаем ее сшивать. Сшиваем следующим образом. Так, берем одну петельку со спицы и дальше вводим иголочку вот под эти петельки. Снова одну петельку со спицы. Следующие. И вот так каждую петельку снимаем и прошиваем. И вот так прошиваем до конца ряда. Так, ну вот и все. Повязка готова. Старайтесь, чтобы рисунок вот совпадал. Вот эта вот косичка. Вот. Ну вот такая вот повязочка получилась. Оригинальная. Она такая объемная и теплая. Такая вот красивая. Ставьте класс, если она вам понравилась. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока и до встречи в новых видео.